Как тяжело жить, когда ты весы. Утром не можешь выбрать, что выпить, чай или кофе. А когда все-таки выбрал, то думаешь, из какой чашки его попить. Потом мучаешься, что надеть, идти с подругой в кафе или не идти. Сегодня? Нет, не пойду. А во сколько? Ну, может, приду, если получится. Да, давай, пока. Блин, идти или не идти? Ой, слушай, мы с девочками идем в кафе. Ты как думаешь, мне голову сейчас помыть или вечером? Алиса, подбрось монетку. Орел. Алиса? 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 Как хорошо, что можно спросить у Алисы. С тех пор, как у меня появилась Яндекс.Станция, муки выбора меня больше не преследуют. А еще на ней можно завести будильник, узнать погоду или включить любимую музыку. Короче, мы с ней нормально так подружились. И я очень рада, что она не весы по гороскопу. Иду орел, не иду решка. Или наоборот. Иду решка, не иду орел. Алиса, подбрось монетку. Орел.